Система здравоохранения Одинцовского округа в течение двух последних недель испытывает повышенную нагрузку. Заболеваемость коронавирусом выросла более чем в 10 раз. На фоне пандемии увеличиваются и темпы вакцинации населения. На сегодняшний день в округе привито первым компонентом почти 70 тысяч человек, вторым – более 53 тысяч. Это 42,7% от плановых показателей.